Во втором брате сцена изготовления оружия, когда Данила делает первый, значит, самострел. Он же поджига, по-моему, правильно называется. Да. Это сделал оператор Сергей Астахов, на самом деле, который для первого брата нашел пленку. Дементия нет. Чат Дементий рассказал бы, как мы в детстве такие делали. У любого нормального пацана была поджига. Да, надо было сделать. Американские пиротехники как-то засомневались, что им это вообще можно. Поэтому оператор Сергей Астахов, с которым работал Алексей Октябринович на протяжении чуть ли не большинства своих фильмов, сказал «сейчас». И за 40 минут собрал, значит, поджигу для Данилы, которым он, собственно говоря, и стреляет в лицо негру, который привез ему оружие. Немедленно вспоминается, как мы с Клим Санычем поехали испытывать какую-то бригандину или кого я забыл, ламеллярный доспех, где там пластиночками, повесив ее на палку, а там была, я забыл, как правильно называется, такая вот такая маленькая пушечка. Ручная мортирка такая. Да, которая на палку крепится. Когда из нее выстрелили, и она не пробила, то внезапно оказалось, что она немножко треснула. Еще разок можно стрельнуть. Один раз можно, сказали. Я насторожился, когда ее забили и начали дело в чистом поле. Спрятаться за того, кто стреляет. Я заметался, да, но тут же принял единственное верное решение, потому что Клим Саныч за ним присел, за стреляющим, и он оттуда бычком поджигал. Я спрятался за Клим Саныча, как жахнуло, пушка разлетелась, но бригандину пробило, это да, вот нормально. Я перекрестился от участия в подобных мероприятиях с этими отважными людьми. Отважные граждане-реконструкторы.